Мы находимся в монастыре Святой Параскевы Пятницы, который расположен в селе Тополевка. Здесь вот на высоте, ну, не знаю, сколько там метров, мне кажется, очень много метров, потому что мы шли пешком. 1,5 километра по горам находятся источники, очень пользительные. Ну, по крайней мере, после хорошей прогулки погрузиться туда — это прям целое удовольствие. Ну, одновременно с этим, конечно, еще и испытание, потому что источник температуры где-то 10-12 градусов. И, в общем-то, нужно обладать некоторым мужеством, чтобы туда занырнуть. Но когда вот ты выныриваешь, у тебя прям хорошо. И если обратить внимание, люди вот наверх идут такие: я сам шел, у меня там язык на плечо. А вот ты когда идешь обратно, тебе такое: и там и хорошо тебе. Поэтому, друзья, обязательно, если будете в Крыму, заезжайте, здесь очень круто, очень духовный подъем вы испытаете, если прогуляетесь здесь, и я уверен, пойдет вам на пользу. Такие дела.